Метро-шоу. День работника торговли. Мы в деле. Эфир на весь мир. Доставит настроение. Доставит настроение. Надеюсь, ты готов. 3, 4, 1, 2. Мы в деле, в метро, по всей стране. Метро-шоу. День работника торговли. Мы в деле. Вы слушаете Метро-шоу «Мы в деле». Вместе с вами я, Тимур Бодров, и Елена Абитаева. Друзья, мы сегодня отмечаем День работника торговли. Поздравляем, конечно же, каждого, кто имеет отношение к этому замечательному празднику. Эфир на самом деле очень крутой, очень интересный, и ведущие молодцы, и хорошо поддерживали. Ну и, конечно, хорошая атмосфера здесь, и интересные вопросы. Ну, в общем, было все круто, здорово. Друзья, коллеги, всех с праздником. Этот праздник на самом деле несет не только радость, но и нам удачу. Мы все любим друг друга, все поддержим, мы все работаем в одной сфере, и мы все одна команда. Ребята, пойдем сейчас отмечать. Метро-шоу. Мы в деле. Четкие разговоры по душам. Хорошо слышно нам, хорошо слышно вам. Хороший формат. Поздравлять друг друга очень важно. Отмечать работу друг друга всегда важно, особенно сейчас. Поэтому я думаю, что просто внимание ввиду голосовой поддержки — это неотъемлемая часть солидарности и человеческого отношения. Давайте озвучим реальный рейтинг самых редко задаваемых вопросов в службе доставки. Например, первый. Доставляете ли людей вы на море? Ого! Я был бы не прочь, чтобы нас доставили на море. Всех вместе нашей дружной компании. Из метро прямо на море. Ты вот общаешься как по-дружески. Ты сел такой в дружеский коллектив, по-дружески пообщался, хотя людей даже минут назад ты с ними не знал и не общался никогда. Все очень гостеприимно и очень круто. Эфир мы, конечно же, слышали. Очень интересно послушать наших партнеров, клиентов. Обратная связь всегда важна для нас. Поздравления слышно по громкой связи. Настроение поднимается. Все так неожиданно, все очень приятно. Нас так поздравляют. Естественно, когда люди поздравляют, говорят спасибо, появляется тонус. Хочется работать еще больше. Как раз в сфере торговли и услуг коммуникация – это неотъемлемый фактор сотрудничества и содействия. Хорошо слышно нам, хорошо слышно вам. Я хочу поздравить всех своих коллег компании «Метро» с праздником Дня торговли, пожелать всем успехов в работе, карьерного роста. Хороших продаж. Благополучие в семье. Праздника, любви, уважайте, цените друг друга и будьте близки друг к другу и поддерживайте, самое главное, друг друга во всем. Спасибо. Поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем работника торговли. Спасибо за незабываемые эмоции, за то, что я познакомился с классными ребятами, вашими коллегами, вашими партнерами. Это был потрясающий супермарафон, который мы провели вместе с Тимуром. Я вдохновилась, друзья. Это очень круто, что мы можем вот так все дружно отметить День работника торговли, потому что на самом деле это действительно очень тяжелый труд. Спасибо, что вы есть, и до встречи в торговых центрах «Метро». С праздником! На весь мир, эфир, на весь мир! Метро-шоу. Мы в деле.